Город Комсомольск-на-Амуре. Сейчас этот город хорошо известен далеко за пределами нашей Родины. Это один из самых главных промышленных центров страны с почти 300-тысячным населением. Именно здесь, в Комсомольске-на-Амуре, расположено одно из крупнейших в России предприятий, серийно выпускающие боевые самолеты-истребители. Предприятие, объединившее в себе самые современные достижения науки и технологии. Предприятие, которое прошло долгий путь от тихоходного Р-6 до сверхманевренного Су-35, обеспечившее тысячам людей квалифицированные рабочие места. Многие из этих людей – это дети и внуки тех, кто начинал этот славный, а иногда и тернистый путь. Путь, который продолжается и поныне. Сейчас все эти вещи – экспонаты заводского музея. Здесь бережно, с настоящей любовью хранится каждая мелочь, каждая деталь ушедшего времени. Времени, которое является частью большой истории. Истории, берущей свое начало здесь, на берегах Великого Амура. Правительственное решение о строительстве авиационного завода на берегу Амура было принято в феврале 1932 года. В мае того же года на пароходе «Капитан Карпенко», причалившем к пустынному берегу близ Нанайского стойбища Дзёнги, прибыли первые комсомольцы, строители завода. На месте будущего предприятия их ожидала лишь непроходимая тайга да вековые болота. Из инструмента были только пилы, топоры, кирки да лопаты, из транспорта только лошади, но, несмотря на это, строительство завода, а вместе с ним и города юности, началось невероятными темпами. Появились первые жилые дома, был выстроен собственный клуб и даже универсальный магазин. Город мечты становился реальностью. Тайга-пуста, глухие места, тайге тишина, кедровый покой. Осенью 1932 года труд, вложенный комсомольцами в строительство завода, был почти полностью уничтожен наводнением. Разрушения были настолько серьезными, что пришлось даже заново пересматривать проект. Строительную площадку решено было перенести на 4,5 километра от берега. Чтобы начать все заново, требовалось немало времени. На подготовку нового строительства было затрачено больше года. И все-таки, несмотря на невероятные трудности, 18 июля 1934 года был заложен первый камень-фундамент главного механического корпуса. А почти через год, 15 июля 1935, был пущен первый цех, инструментальный. Спустя еще несколько месяцев в строй действующих вступили большинство производственных и вспомогательных цехов. Со всех концов страны на завод съезжались инженеры, рабочие, техники, приезжали даже целыми курсами, как, например, выпускники Воронежского авиационного техникума. В 1936 году завод вошел в строй действующих авиационных предприятий под номером 126. Первой продукцией, выпущенной на заводе в городе Комсомольске, стал самолет-разведчик Р-6. Этот самолет уже выпускался серийно на других заводах с 1931 года. Но для молодого коллектива комсомольчан производство серийно отлаженной машины явилось возможностью освоить производство первой для него авиапродукции. В самом начале 1936 года самолет был собран. Заводчане праздновали свою первую трудовую победу. В целом программа выпуска Р-6 завершилась сборкой 20 самолетов. К 1936 году самолет Р-6 как боевой устарел, но тем не менее продолжал активно использоваться в народном хозяйстве. В 1937 году в ходе операции по высадке исследователей в Арктике летчик Головин выполнил на таком самолете первый полет над Северным полюсом. В последующие годы
Самолет активно использовался как тренировочный при переходе летчиков на скоростные машины и нашел широкое применение как транспортный самолет. Во время Великой Отечественной войны на Р-6 осуществлялись военные перевозки вплоть до 1944 года. В цехах еще продолжалась сборка Р-6, а завод уже получил очередное задание. Требовалось приступить к производству новой машины конструкции Илюшина ДБ-3. Освоение этого самолета явилось серьезным экзаменом для коллектива завода. Дальний бомбардировщик ДБ-3 был современной, хорошо вооруженной машиной. На этот период конструкция самолета была венцом развития структурных форм и элементов. Многие узлы и агрегаты технологически были очень трудоемки в производстве. Естественно, что возникшие в связи с этим проблемы не могли не отразиться на темпах выпуска новой продукции. Освоение новой машины шло с большими трудностями. Рассмотрев сложившуюся ситуацию, Наркомат авиационной промышленности принимает решение направить на завод своих специалистов совместно с инженерами московских предприятий для оказания долгосрочной технической помощи. Вновь прибывшие сотрудники назначались на должности главных специалистов, начальников цехов и важнейших отделов завода. Усилия коллектива и квалифицированное руководство дали свои плоды. Первые десятки самолетов ДБ-3Б были выпущены в 1938 году. В этом же году на самолете этого типа летчики Кокинаки и Брендинский выполнили беспосадочный перелет по маршруту Москва-Спасск-Дальний. А в 1939 году все тот же Кокинаки, но уже совместно с Гордиенко, перелетает на самолете Москва из Москвы в Соединенные Штаты через Атлантику. Выпускаемые заводом машины постоянно модернизировались. На новой модификации ДБ-3Ф уже стояли более мощные двигатели, была усилена броня и оборонительное вооружение, увеличилась бомбовая нагрузка, в носовой части фюзеляжа появилась удлиненная кабина штурмана. Улучшенная модификация самолета ДБ-3Ф в 1940 году получила наименование Ил-4. Но и на этом не завершились работы по модернизации этой машины. С конца 40-го года завод внедрил в производство модификации ДБ-3Т торпедоносец и ДБ-3ПТ на поплавках. Война ворвалась в жизнь завода так же неожиданно и вероломно, как и в жизнь всей страны. Более 3000 заводчан сразу же ушли на фронт, а те, кто остались в тылу, ковали победу в цехах.